На вопросы о педагогах, наставниках и школьных буднях отвечали жители города в рамках ежегодной акции «Бегущая книга». Ее организуют все библиотеки страны при поддержке программы «Территория культуры Росатома». В этом году акцию приурочили к году педагога и наставника. Библиотекари совместно с волонтерами стали организаторами данной акции. И всем желающим мы задаем вопросы от 1 до 5. Желающие отвечают, и мы вручаем им книжки и другие сувениры. А также приглашаем всех желающих посетить нашу библиотеку. Книгобежцы проверили знания саровчан по разным направлениям школьной программы. От правил русского языка до законов физики, от аксиом геометрии до фактов из географии. А также выяснили, что респонденты помнят о знаменитых личностях, повлиявших на развитие отечественной системы образования, о достижениях известных учителей и просветителей. Очень приятно, что дети читают. Очень приятно, потому что чтение – это развивает ум. И память, и вообще интеллект. Почти все саровчане успешно справились с вопросами. Одни с теплотой вспомнили своих первых учителей, другие поблагодарили нынешних. В качестве приза каждый участник получил книгу. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.